Друзья, всем привет! Ну что, в нашей бане наконец уже есть мебель, и осталось лишь навести уют и добавить декор. Согласно проекту, в зоне стола вот здесь на стене у нас должны висеть картины с изображением листьев монстеры или пальмы. Но посмотрев на ценники на эти постеры в интернете, я, честно говоря, офигела. И решила, что я самостоятельно смогу сделать ничуть не хуже. Thank you.
косяках. Когда будете оставлять застывать эпоксидку на сутки, обязательно накройте свои работы чем-нибудь. Это поможет вам избежать попадания пыли или, например, как у меня, насекомых. Видите? Запечатлился жучок в эпоксидной смоле, и вот здесь маленькая мошка попала. Ну вот, теперь увековечила их на вечную память к себе. Вот такие картины у меня получились. Поддержите меня лайком, это мое первое DIY-видео. И всего доброго, пока-пока!